В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. На улице Пугачева камера зафиксировала, как водитель «Лады» спровоцировал ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Щерса и Пугачева встречный водитель «Лады» не уступил дорогу «Шевроле». Момент удара в иномарке находились дети. Вероятный виновник аварии отказался от экспертизы на алкоголь. На Победиловском тракте владелец регистратора был в шоке от маневра встречного кроссовера. Что ли? Я вот хотел на обочину сворачивать. На улице Воровского подростки резко выбежали под колеса машины с камерой. Сколько их человек? Три. Ну, она говорит, 3-4 как-то. Как вы делаете-то? На улице Ленина водитель «Приоры» со встречной полосы выехал на перекресток и повернул налево на красный. Внимание! Снижайте скорость. Лимит скорости 60. На улице Шинников водитель машины с камерой чуть не сбил двух пенсионеров, которые вышли на дорогу. На улице Солнечной водитель «Соляриса» перепутал направление движения и поехал по встречной полосе. Похожая ситуация произошла на Октябрьском проспекте. Там женщина на велосипеде поехала против движения. Михаил Вагин, место происшествия.